В рамках реализации нового просветительского проекта «В режиме правды» в Слуцком государственном колледже обсуждали важность сохранения национальных ценностей белорусского народа, обеспечения сохранения исторической правды и памяти о героическом подвиге белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, увеличение ответственности человека за свое здоровье. Директор Слуцкого государственного колледжа Борис Брониславович Блохин рассказал, для чего нужны были изменения в основной закон. Акцентировал внимание на закреплении семейных и морально-нравственных ценностей в обществе. Преподаватель Николай Сергеевич Калятко считает, что общество должно активно участвовать в развитии государства, а конституционная реформа направлена именно на это. В конце февраля состоится референдум по принятию изменений и дополнений в Конституцию нашей страны. Это действительно эпохальное событие, которая определяет будущее нашей республики. Сегодня по всей республике проходят диалоговые площадки, где население вносит свои предложения, дополнения, которые будут учитаны Конституционной комиссией. У нас появилась уникальная возможность определить будущее страны, каким путем и как мы будем развиваться. Я призываю всех случаев прийти на референдум и высказаться о будущей нашей Конституции. Это не только выполнение гражданского долга, а это определение стратегии развития республики. Это, а прежде всего, будущее наших детей и внуков. Поэтому я очень прошу вас, придите и выскажите свое мнение на референдуме.